1 октября в Набережных Челнах начинаются плановые работы по осеннему месячнику. Сотрудники предприятий, школьники, студенты и неравнодушные жители смогут взять в руки грабли, метлы и провести генеральную уборку улиц города. Проведение общегородского субботника намечено на 15 октября. Работы будут проходить в парках, скверах, на набережных и бульварах, в зеленых зонах вдоль городских магистралей, на придомовых территориях и в прибрежных зонах. Призываем еще раз принять активное участие все предприятия, организации, жителей города в благоустройстве и изменении уборки города. Только совместными усилиями мы сможем содержать в порядке и чистоте наш город. В течение всего осеннего месячника планируется очистить территорию города от листвы и мусора, провести санитарную обрезку кустарников и посадить более 23 тысяч зеленых насаждений. Мэр города Наиль Магдиев отметил, что на субботник должны выйти все неравнодушные жители, кроме школьников, у которых в этот день будут проходить уроки. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.